Самые трудные участки по пробивке Зимника до единственного изолированного села Березовка Нижнеколымского района пройдены, сообщают дорожники. Осталось пройти еще около 500 километров. Существенную помощь дорожным службам оказал военный путепрокладчик. Такими темпами уже в эти выходные, скорее всего, удастся пробиться до отдаленного Наслега. Тем временем в Березовке уже заканчиваются запасы каменного угля. Энергетики начали заготовку древесины. Ну вот мы сегодня прибыли с села Березовка. Обстановка там остается сложная. Автозимник еще не открыт. Транспортное сообщение с селом сейчас происходит только вот на снегоходах «Бура». Руководством ГУП ЖКХ было принято решение о срочном заготовить дрова. Было мобилизовано местное население и заготовлено 60 кубов древесины, леса, швырка, что позволит продержаться в течение марта.